переделать. Да, обращаемся к вам за помощью в разрешении следующей ситуации. Нам стало известно, что на сессии Южинского городского совета было принято решение об отмене существования русскоязычных классов и переходе обучения с русского на украинский язык с 1 сентября 2016 года. Мы выражаем обеспокоенность и протест относительно лишения наших детей права обучения на русском языке. Каждый человек должен иметь право выбора языка, на котором он будет учиться и на котором будут учиться его дети. На данный момент это право нарушается и ведется политика вытеснения русского языка из сферы образования. При этом мнение родителей никого не интересует. Мы готовы защищать наши права на любом уровне и просим вас оказать нам в этом активное содействие. Вот. Корректно. Поэтому...